Atari Sega nerd. He's the angry video game nerd. В мае 2004 года я дал предупреждение насчет игры «Доктор Джекилл и мистер Хайд». Я сказал прямо: не играйте в эту игру. Но насколько я понял, люди в нее играли. Они не слушали. Это не была их вина. Я показал всего одну минуту геймплея. Впрочем, и сказал о ней всего капельку. Ничего хорошего не получилось. Я назвал ее куском говна. Я назвал ее отвратительной дымящейся кучей козлиного дерьма. Но это были слова впустую. Я могу сказать о ней что угодно. Я могу посрать на нее. Но мое говно будет оскорблено лежать на этом огрызке хуя. В конце концов, обсирать эту игру все равно, что искать золото в испражнениях. Я проклял тот день, в который поиграл в эту игру. Я проклял пластик, в котором содержится это ебанство. Моих слов недостаточно, чтобы описать ту распидоравщину, которая предлагает эта игра. Всего, что я сказал, всего, что сказали другие, недостаточно. Ее нужно показать. А что с этим парнем на обложке? Он скорее выглядит как двулицый. Интересно посмотреть, как бы он выглядел сегодня. Он понимает, в чем он принимает участие? Он может быть тем самым, кем ты хочешь поиграть в эту игру. Он смотрит своим жутким взглядом тебе в глаза, и ты думаешь, что сейчас будет нечто. Но на деле ты будешь обманут. Все равно, что подсунуть шоколадку с начинкой из говна. Эта игра сделана Тоухоу, той самой, сделавшей Годзиллу. Годзилла бы здорово прихуел, увидев это. А вы знаете, что правильно произносить именно как Джикил? Так его назвал создатель Роберт Лу Стивенсон. Но с неправильным произношением был создан фильм. И теперь его называют Джекил. Или типа... ладно, хватит тянуть кота за яйца. Вы знаете, у щенков во Франции в 51 году было... ладушки. Черт, давайте это сделаем. Подожди-ка, музыка. Вы играли в Райгар в это экшен-приключение? Ну тогда послушайте. Звучит одинаково, да? Да, давайте поиграем в Джекила и Хайда. О боже. Вот вся суть. Если вы умираете за Джекила, вы становитесь Хайдом. Умрите за Хайда, игра окончена. Есть два способа умереть за Хайда. Первый — обычным путем, получив много повреждений. Номер два — пройти так же далеко, как за Джекила.
Да, помните, внезапно сверкает молния, и вы падаете замертво без какой-либо причины. Ну, вот причина. Вы зашли слишком далеко. Когда вы играете за Хайда, вы проходите тот же уровень, что и за Джекила. Но наоборот. Так что если вы дойдете до того самого места, где вы убили Джекила, за Хайда, потом вы помираете за Хайда. Заебись, как просто. Вся идея в том, чтобы обратно стать Джекилом. Для этого убивайте создание, которое пополняет ваш стресс-метр. Заполните его до конца, и вы снова Джекил. Здесь нет города, как в Зельде. Эти люди не хотят с тобой разговаривать. О нет, они хотят тебя прикончить. За что? Я не могу представить. У тебя есть шпага, но она ничего не делает. Когда я впервые поиграл, я подумал, что что-то делаю не так. Должно же быть объяснение, да? Но нет, здесь точно нет. Шпага вообще тут нахуй не сдалась. Зачем нужно оружие, которое даже нельзя использовать? Когда ты Хайд, это все равно, что играть совсем другую игру. А, спасайте, я не могу ходить назад. Меня прокручивает. Даже из-за этих ступенек приходится прыгать. Враги здесь кажутся во много раз беззащитнее. Потому что можно отбиваться, стреляя бешеными хуёвинками, которые разработчики называют психоволны, как и оригинально. У них и вправду волнообразная траектория. И да, они действительно психованные. Надо быть просто счастливчиком, чтобы во что-нибудь попадать. Оу, и догадайтесь, как это делается? Нажатием вверх и Б. Да, вверх и Б. Не так хитро выебнуто, но не очень очевидно. Кнопка Б бьет, но зачем бить, когда можно стрелять? Здесь нет индикатора амуниции, так что удар совсем не нужен. Вся ирония в том, что когда ты Джекил, в игру невозможно играть. Но когда ты Хайд, эту поебень даже можно назвать игрой. Но тебе не нужно становиться Хайдом, потому что это плохо, и круче быть хорошим. Вот ведь вся идея, Джекил хороший, Хайд плохой. Но почему люди ненавидят Джекила? Неужели лучше сражаться против Хайда? Когда ты Хайд, ты просто защищаешься от монстров. Почему бы ему не походить по городу, не побить людей, не побухать в баре, не подраться, не напиться, не пойти насиловать женщин, ограбить кого-нибудь? Таков мистер Хайд. Нет, ты стреляешь огненными шарами по привидениям, демоническим детям и мозгам с ножками. Я уверен, что все об этом думают. Неужели все это говнище из игры происходит в книге? Ну, я прочитал книгу, и нет, ничего подобного. Все, что я могу сказать, это то, что игра подходит к названию книги. К странному действию между Джекилом и Хайдом. Потому что эта игра — это одно сплошное странное действие. Выяснилось, что в японской версии больше уровней, а в американской примерно то же самое, только все повторяется. Так что, японская версия лучше? Это как нюхать жопу и сравнивать ее с такой же, только надушенной. Все, что ты делаешь, идешь направо, не останавливаясь нигде. Ты все равно не можешь атаковать. Приходится ходить и ходить и ходить, иногда прыгать или ждать, пока сдвинется паук. Как же на это тяжело смотреть. Почему ты так медленно идешь? На самом деле ты идешь нормально, как настоящий человек. Но всем остальным как будто налили скипидары в обувь. Что же бедняжка доктора сделала, что так всех взбесило? Типа люди сидят в местном пабе и говорят о нем весь день. Да, вот видишь Джекила, он просто ходит. Он все время, сука, ходит. Мне он не нравится, он мудила. Давайте повернем его назад. У него же глаза на яйцах. Судя по руководству, Джекил идет на свою свадьбу. А парень с рогаткой по имени Билли Понс поругался с невестой Джекила. Ого, я потрясен. Я не думал о наличии причины. Но остальной пиздец необъясним. Этот засранец с бомбами. Вас не бесит то, что вы идете, думаете о своем, и кто-то кладет ебаную бомбу перед вами? Это худшая часть игры. Бомба может снять до половины жизни. А иногда все разом. И дистанция повреждения просто невероятная. Ты можешь быть за километр, но она тебя все равно настигнет. А на каждом уровне их тысячи.
Почему она больше никого не убивает? У них что, что-то вроде иммунитета? Даже паукам насрать. О, пчелы, пошли вон. Что произошло? Я убил пчелу? Я что-то убил! Все, что можно убить в этой игре, это маленькая тупая злоебучая пчела! Тут и раскопщик могил, кидающийся грязью, охотник, стреляющий в уток, который падает тебе на голову, и поющая дама, кидающая ноты. Вот и все объяснение. Можно петь так плохо, что можно навредить другим. Прямо как музыка, которую мы слышим всю игру. А, в меня стреляет Билли Понс. Меня отталкивает дама в розовом. Меня кусают лающие собаки и охуевшие кошки. Да еще и птичье говно... Что? Это на самом деле говно? В игре Nintendo? И птица срет собачьим дерьмом? Давайте посмотрим поближе. Это неправильно. Птица срет маленькими белыми шариками, а не большими коричневыми колбасками. И они не останавливаются. Господи, почему это надо было назвать дорогой на свадьбу? Типа, вот какой обычный день. Жениху там насрать на свой костюм. Что с ним будет? Или там с цветами, или типа того. Придет он такой, провонявший порохом и птичьим собачьим говном. Извини, дорогая, я опоздал. У меня был такой обычный день, когда все в этом странном городе хотели меня убить. Да и в церкви не лучше будет. Типа священник будет в него кидаться свечками, или Иисус сойдет с креста и начнет его пиздить. Это что, сущая статуя? Она сыт. Да, теперь птицы срут в фонтан с саками. Просто великолепно. Посмотрите на эту картинку. Это смысл всей игры. Роберт Лу Стивенсон написал повесть о докторе, сделавшем отраву пробуждающего зло. Но он не знал, что отрава станет реальностью. Не в химической формуле, а в интерактивном электронном представлении. Отсосная музыка, противная графика, невыражаемый геймплей, непобедимые враги, необходимые происшествия, ненужное оружие. Смешайте и сложите все это вместе. И вот отвратительный результат. Чёрт! Роберт Лу Стивенсон разрушил мою жизнь! Роберт Лу Стивенсон, 1850-1894. Иди нахуй! Я демон! Готовься отдать доктору Джекилу свое тело! Нет! Нет! Кажется, я понял. Ну, это самая лучшая игра вообще. Это больше, чем игра. Это воссоздание человеческой натуры. Выиграть игру можно только за Джекила. Но ты можешь играть и Хайдом, чтобы стрелять всякими вещами. Это прямо как битва между хорошим и плохим. Джекил не должен становиться плохим Хайдом. А Хайд должен обратно стать добрым. И все это подходит к человеческой душе.
Смысл в том, чтобы сдвинуть зло в одно место, как раздел города по социальным классам. Люди ведь не пойдут в район с быдлом, как Джекил, прогуливающийся по не тому району. Ему здесь не рады, но несмотря ни на что, он должен сохранять в сердце доброту. Шпага не работает только потому, что игра не позволяет тебе перейти на другую сторону и стать плохим. Это как инструкция по жизни в современном мире. Игра создана, чтобы показать деление на разные классы, помочь разобраться в натуре человека. В ней говорится о социальной и географической фрагментации. Она контролирует тебя до тех пор, пока ты добрый, но если ты станешь злым, она оставляет тебя наедине с собой, как в жизни. Или, можно сказать, игра сосет хуи. Перевод Васи Макров, озвучка Impermer.